К действующей акции путевки по 990 рублей в сутки добавилась еще одна. УЗИ-диагностика в санатории знаний 2 по цене одного. Это возможность получить полную, достоверную и объективную информацию о своем здоровье. В санаторно-курортном комплексе появился новый современный аппарат. Речь не идет об исследовании ради исследований. У нас есть квалифицированные терапевты, кардиолог, специалисты других профилей, которые на основании этого исследования подберут оптимальный курс лечения, тот набор процедур и вообще дадут те советы и рекомендации, которые позволят человеку чувствовать себя бодрым, энергичным, здоровым еще долгие-долгие годы. Над результатом здесь работает целый штат медиков, 75 специалистов высшей категории с научными степенями. Врачи всех существующих направлений регулярно повышают свою квалификацию и в курсе новейших медицинских разработок. Чтобы у вас здесь, в санатории, вы это все убедитесь. Почувствуйте на себе, почувствуйте облегчение буквально в ближайшее же время, и надолго вам хватит запасов и жизненных сил. Основные профили комплекса – лечение заболеваний сердечно-сосудистых, опорно-двигательных систем, а также неврологии. Здесь же услуги физио, бальнеотерапии, массаж, лечебная физкультура, бассейн. Оценили гости санатория и новый питьевой бювет. Как известно, лучшее лечение сбоев в работе желудочно-кишечного тракта – это минеральные воды. Бювет «Знания» предлагает три вида питьевых лечебных и лечебно-столовых минеральных вод – пластунскую, лазаревскую и лазаревскую целебную. Мы очень рады, мы очень довольны. Здесь прекрасно нас встретили, хорошо нас кормят, в номерах прекрасно, очень замечательно. И вообще на любой вопрос, экскурсии хорошие, так что мы довольны. Привет из Питера. Имеется здесь и спелеокамера. Это, как известно, рукотворное помещение, где воссоздается природный микроклимат карстовых соляных пещер. Оздоровиться и набраться сил в санатории знаний приглашают сочинцев со всех районов города и напоминают, акция УЗИ-2 по цене одного действует до конца декабря. Телефон для справок 241-91-91. Татьяна Нагорская, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.